Главой администрации промышленного внутригородского района Самары стал Даниил Морозов. Такое решение принято на заседании Совета районных депутатов. Кандидатуру поддержало абсолютное большинство. Зам. Спасибо. Нового руководителя администрации промышленного района поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Конечно, промышленный район – самый большой район на территории городского округа. Он и по численности большой, он и по территории большой. Район имеет свои традиции. Все кандидаты предоставляли достаточно интересные предложения. И было видно, что они выступают с интересом и с любовью к территории города, к территории района. Но позиция и знания Данила Викторовича, конечно, отразились на решении конкурсной комиссии. Сегодня же состоялось официальное представление Данила Морозова коллективу администрации. Полностью осознаю всю меру ответственности, которую беру на себя. Трудности нас не пугают. У нас отличный, замечательный коллектив и депутатский, и в администрации района. Поэтому, я думаю, нам с вами все задачи поставлены по плечу. Управленческий опыт у нового главы района немалый. Работа в муниципальном дорожном ремонтно-строительном предприятии, членство в Совете депутатов промышленного района 2-го созыва и городской думы 7-го созыва. Да и должность главы промышленного района ему знакома. Даниил Морозов уже занимал ее с 2004 по 2006 год. Было представлено, о чем было сказано, четкая программа, не популистская, а подкрепленная конкретным планом действий, целеполаганием, программа развития района в целостности развития города. Напомним, конкурс на должность главы промышленного района Самары стартовал в марте. Изначально в нем участвовали 11 человек. С каждым проводилось собеседование. В результате конкурсная комиссия остановилась на двух кандидатах – Даниле Морозове и Евгении Старостине. Окончательное решение принял Совет районных депутатов. Прежний руководитель промышленного района Андрей Семенов досрочно покинул должность в октябре минувшего года. Ольга Волкова, Василий Колдашов. События.